Дорогие друзья и соратники, я хочу обратиться к вам со словами благодарности. 2 дня назад у меня был юбилей, и 1000 человек поздравили меня с этим моим праздником. И я понял, что действительно то, что мы на протяжении долгих лет делали в совхозе имени Ленина, то, чему я посвятил всю свою жизнь, нашло отклик в ваших сердцах. Вы действительно самые лучшие. Я очень благодарен вам за то, что ваши дети нарисовали такие прекрасные рисунки. И это очень приятно для человека, который многое сделал для того, чтобы детям жить стало в нашем совхозе, да и вообще на нашей территории лучше. Я очень благодарен своему коллективу, который не бросил меня в тяжелые времена и делает все, чтобы я понял, что мы едины. Я очень благодарен тем, кто придумал посадить аллею в честь 60-летия своего директора, руководителя, ну или просто человека, к которому они относятся с большой теплотой. И я видел, сколько людей пришло на это мероприятие, и уверен, что эта аллея будет еще одним украшением нашего прекрасного поселка. Я благодарен нашим фермерам, которые подарили мне такой прекрасный подарок. Я не знаю, как я буду его использовать, но в любом случае огромное спасибо фермерам нашего фермерского марша, ну и всем тем, которые дозвонились, писали, потому что со всех уголков нашей необъятной Родины я получал поздравления. Спасибо вам большое за поддержку, за ваши теплые слова, за пожелания здоровья. Я думаю, что вместе мы победим любые невзгоды и действительно сделаем нашу страну, как и совхоз Ленина, территорией социального оптимизма. Спасибо вам большое, счастья вам, здоровья и всего самого доброго.